Хей, hey, с вами Шумик, и мы продолжаем родить игры серии Forgotten Hill. И это у нас Forgotten Hill Little Cabin in the Woods Forgotten Hill Tale. Короче, это у нас Forgotten Hill маленькая хижина в лесу. Сейчас, короче, загрузка пройдет, это минуток еще где-то две. Поэтому ждите. Хотя нет, оно что-то ускорилось, слушайте. Нас сразу здесь встречает Мандрагора с пенисом на голове. Старичок. ФМ студия. Ну, все как обычно. Погнали. Я очень хорошо помню ночь, когда монстр нашел нас. Ночь, когда моя семья была уничтожена. Мне нужно... Можно не кликать, да? Да. Ночь, когда мы убежали? Дедушка удалось отвезти меня в маленький домик в лесу. С тех пор я больше никуда не выходил. Дедушка говорит, что монстр все еще там, ждет нас. Но сегодня я выйду. Чтобы это не стоило. Окей, что у нас есть? Сразу закрытая комната. Есть карта города. Вау. Черепки и фиг пойми, что с ними делать. Значок ворона. Давайте сначала в левую сторону пойдем. Заперто. Вау. Ты не можешь выйти. Ты знаешь, что монстр все еще скрывается. Лучше сделай мне суп. Я умираю с голоду. Я буду ждать в столовой. Не заставляй меня ждать слишком долго. А, хорошо. Вороны. Картина. У деда как раз была на шее, если вы заметили. Тогда открыто. Пускай будет, ладно, открыто. Рецепт хорошего супа. Один корнеплод, свежее мясо, кость для бульона. Добавьте специальные специи. Кипятите в большой количественной жидкости. Хороший аппетит. Так, один корнеплод, свежее мясо. Корнеплод — это морковка, что ли? Короче, картошка. Почему картошка сказал? Для супа у нас есть место, где воды я знаю, где взять. Ну, короче, полетели. Рецептик. Выходим. У деда ключи, я сказал об этом? Или нет? Не помню уже. Хорошо. Какие-то цвета. И все. Ну погнали тогда воды, я думаю, себе на скрафтим. Мясо у нас вот как раз уже есть, животинка. Я заблудился в этом доме. Так, набрать воды. Где мне взять чертову воду? Почему ты не ложишься никуда? Нахера он? Оно открыто теперь? А-а-а, плакат. Мандрагора. Кости. Я голоден, принеси мне мой суп. Сейчас все замутим. Что за плакат, вопрос? И куда мне бы его присобачить?
Может, у себя в комнате на стеночку повесим? Подожди-ка, вороны. Вороны, вороны, а что мне с воронами делать? Я могу, должен сюда, да, нажать пойти? Потом сюда, 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 или сюда. Сейчас попробуем, подождите. Мне главное сейчас изображение не забыть. А, ну еще плюс перевернутое не забываем. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Так, так. Сюда, блядь. А если оно сломалось? Так. Потом с головы на голову в другую сторону. С этой головы было на... Низ. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Нет. Значит, мы делаем что? Мы берем фотоаппарат. В нашем случае это телефон. Заходим сюда. И жмякаем. Жалко, что просто охерительно видно. Я просто от души фотограф. Так, смотрим. А может, они правильно расставлены? Или нужно именно куда смотрят клювы? Что? Минутку. Мне либо показалось. Да нет, клювы одинаковые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не получается. Давайте просто тогда. Нужно по порядку, не надо смотреть, куда смотрит голова. Спички. Как раз спички мы можем использовать на дерево, которое у нас находится на кухне. А, поджечь так называемый объект. А объект у нас это печка. Подождите минуточку. Так, все, с одногруппником разобрался. Идем далее. Подпалим. Закрываем. Ведро. Не ставит он. Подкинуть дровишки не могу. Я не знаю. Ну, воды, я не могу налить воду. Как вы мне предлагаете с этим бороться? Пошли. Вот это вот. Вот это вот. Я должен еще по цветам запомнить, что на картинке, под каким цветом. Ё-моё. Плакаты еще.
что это мне дало? Зеленая звезда и черная луна. Так, еще черный цвет. Цвет. Это зуб. Могу я объединять вещи? Нет. А, точно. Смотрите-ка. Сейчас мы вернемся обратно на кухню. Я положу сюда жабку. То есть там уже вода есть, ты хочешь сказать? Там вода, я еще воду не набирал. Свежее мясо есть. Кость для бульона. У нас костей нет уже. Я же не ходил к деду за костями, да? Тут столько вон костей валяется. Алло. Дай мне кости взять. Можешь плакатик повесить сюда. Деду, хочешь эти... Подожди. Здесь ни хрена нету. Ну, кости есть. Не шарю. Я не шарю. Сори, я тупой. I know, understand. Плакат. Кусок бумаги. Тарелка. Ведро. Нет. Тут тоже нет. Тут заперто, взломать, открыть, я не знаю, нельзя. В окно посмотреть нельзя. У нас есть вот такая вот карта, так ее назвать можно, которую, скорее всего, должен запомнить, по которому маршруту будем идти, да? Ведро не ставится, чтоб я его наполнил. Все. Карточкой, ведро, кость, что здесь, метла есть, которую я взять тоже не могу. У нас есть вот это вот, с кнопочками, но снова же, у нас ничего, хотя, плакат нигде не вешается, что за бредятина, куда мне деть этот чертов плакат? Дедок, я что-то не шарю. Объясните мне. Кость, хорошо, вот кости, хорошо. Нам нужна кость для супа. Кость я не могу взять. Плакат я тоже, видите ли, нигде не мог повесить. У нас еще есть непонятно вот эта херня с солнцем, зубом, что это. А также у нас есть карта. Плакат почему-то не вешается, никуда-то нигде не ложится. Здесь еще у нас есть двери непонятные. Олень, который по-любому что-то делает, но он не делает ничего. И больше я ничего сделать не могу. Теперь все становится на свои места. Оказывается, надо по таблице найти вот это все. Нам нужен солнце. Где солнце? Так, звезда у нас есть, хорошо. Ага. Так. Вот так. И теперь мне нужно только цвет подогнать. Сука. Мне нужно... О, все. Хорошо.
Бассейн со сточными водами. Хочешь плакатиком? Аблаз. Это вторая. Ох ты ж конь. Короче, это чтобы смотреть, а это дырка для чего-то, конечно, другого. Так, ладно. Ведро. Фиг знает, зачем я ему голос тыкнул. Что вот это за устройство? А, это скорее всего. Почему зеленый что-то? Почему что-то зеленое? Что нам не должно дать? Ну, есть. Есть 7 штук. 7 включателей. Здесь их 9. Я должен это понять. Можешь мне супчик этому принести? Детку нашему. Нет, тут говорить я не хочу. Главное, на кухне что-то будем варганить. Блин, а где у нас еще что-то было? Хорошо, давайте вспомним, что у нас есть. У нас остались кнопки. У нас есть здесь. У нас есть какие-то цвета. У нас есть в двери. В моей комнате есть карта. Закрытый шкаф. Потом у нас есть дедок. У нас есть вот это пиджачки. А может быть это этим? Теми кнопочками. Подожди-ка. Тогда. Оранжевый, серый, 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 оранжевый, серый. Так, оранжевый, серый, 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 оранжевый, серый. Там ключ. Ключ у нас. Так, у нас только в комнате, да, есть закрытая, получается, дверь. Везде нужны символы. Нет. Нет на вашей. Больше нигде нету замков. А, нет, есть. Там, где как раз эти кнопочки. Вот. Ну, это легко. Это наш больной знакомый. Дедок, который орёт. Здесь просто подогнать. А вот это ключ, наверное, как раз и от нашей же комнаты. Да.
А3, Д2, С4, Б2. А, Д, С, Б. А, Д, С, Б. А, Д. Подожди. А, Д, С, Т. А, я цифры не забыл. 3, 2, 4, 2. 3, А. 3, А. Нахера вообще я это использую? Вот. Если я мог просто так сделать. А2. А, не, он А3. Давайте просто так сделаем. А, Б, С, Д. 3. Не, лучше как оно есть. А3. А3. Д2. С1. С4. Короче. Часочные пасы, звездочка, треугольник. Кружок. Если смотреть по порядку, то есть это А, Б, С, Д. Или по высоте, потому что у нас эти иероглифы в этом. Здесь. Давайте песочные часы. Хорошо. Если по алфавиту, кружочек. Здесь у нас, так, звездочка это Д. Не стоит нолик. Здесь звездочка. Нихера. Значит, А3, Д2, С4, Б2. А3, Д2, С4, Б3. Херня в том, что здесь вот это вот лабиринты. Это походу уровень, да? На каком они находятся или нет? Я не могу понять. Типа А, Д, С, Б. Это имеет в виду порядок. Типа А первая, Б, С и Д. Если нет, тогда у нас песочные часы. Звездочка. Угол. Кружочек. Если так смотреть. Песочные часы. Звездочка, угол. Не понял. Уж вот это. Кружочек. Что? С4. Ах. С4 это у нас треугольник. С4 это у нас треугольник. Неправильно. Значит, А. Кружок. Здесь звездочка. Треугольник. Не выходит.
Тогда давайте сделаем вот как. Я, блядь, тут одну вещь сейчас понял. Если я ошибся с цешкой, считай вот это. У нас же здесь не раз, не кружочек. У нас двойка внизу ж. Это у нас месяц. Ладно. Значит, часы, звездочка, квадратик, кружочек, то есть месяц. Нет, квадратик, месяц. С2, С4, С4, треугольник. Ладненько. Тогда. Так. Последний у нас был месяц, да? Ой, я уж не помню. Звездочка где? А, все. Сейф. Очередные сложные замки. Гаечный ключ, пила, конус. Может сюда? Хорошо. Сюда, сюда. В центре. Тут в углу. Ты сбрасываешься? Ты сбрасываешься. Но зато он здесь не сбрасывается. В центре, а вдалеке, вдалеке. Все, понял. Хорошо. Так, забытый холм, 12.08. Мой любимый брат, я давно не получал от тебя вестей. Я надеюсь, ты здоров и мальчик не создает слишком много проблем. Не могу поверить, что полковник Макмиллан ничего не заметил. Если работы позволят, я скоро приеду к тебе в гости. Не стесняйся обращаться ко мне, если что-то нужно будет сильным. А, будь сильным. Твой дорогой брат Джебедия Заводной. Смайлики. А вот теперь мы можем с вами сходить в потайную комнату. Там, где вот эти херовинки были. Так, и запоминаем. Зеленый. Так, короче, ромбик. Ромбик, крест. Ромбик, крест, ромбик, крест, луна. Ромбик, крест, луна. Ромбик, крест, луна. Часы. Ромбик, крест. Ромбик, крест, луна, часы. Ромбик, крест. Ромбик. Ромбика нету. Крест. Часов тоже нету. Еще в обратную сторону. Да часов нету. И чё? Чё мне делать? Алло. Так. Классно. Где наши эти были? Хорошо, подождите. Давайте, может быть, я на этом закончу. Если вдруг продолжение произошло, значит, я все-таки просто объединил, там была коротко. Если нет, тогда выйдет две серии, поэтому как-то так. Поэтому посмотрим, что будет. Если же сейчас видео просто оборвалось, ну, скорее всего, это просто резко такое начало, то я, так сказать, сделаю вторую часть. Ну, сейчас идет уже вторая. Поэтому, hey guys, с вами Шумики. Да, это у нас игра под названием Forgotten Hill. Если нет, тогда я просто сказал два раза одно и то же название игры, просто где-то ближе к концу.
Ладненько, давайте продолжать. У нас, короче, загадка с вот этой вот херней. Где у нас песочные часы? А, стой. Блять, я ж вверх ногами смотрел, их точно. Возвращаемся к часам нашим. Где они там были? Где, ё-моё, были эти часы? Вниз. Давайте, ладно, начнем по часовой. Точки. Точки. Клешни. Точки, клешни. Угол. Точки, клешни, угол. Стрелочка вниз. Так, я запомнил частично, наверное. Надеюсь, я не ошибусь. Точки, клешни, угол. Стрелочка вниз. Мандрагора. Так, опа. Нахрена нам кран? Нахрена нам кран? У нас есть пила еще. Давайте, наверное, самое обратно. Олень. Рок олень. Это, скорее всего, имеется в виду кость, да, которую нам как раз предлагали. Кажется, да. Так, это наша комната. А здесь уже ничего не юзабельно, хотя... А, я уже пил. Тогда нам к печке. Ладно, что там у нас по рецепту? Один корнеплод, свежее мясо, кость для бульона. Добавьте специальные специи, кипящие в большое количество жидкости. Хорошего аппетита. Корнеплод мы положили. Свежее мясо и кость мы тоже положили. Специальные специи у нас вот они. В нашем случае почему-то эти специи не работают. Стой, я же тебе, да, хотел предложить? Не работает. Я понял, куда кран. А где наш там безглазый челик? Здесь, да, где-то было? Готово. Готово, 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 готово. Я бы даже не подумал об этом. Ну, короче, здесь, походу, уже конец игры. Скорее всего, я все-таки серию объединил. Нужно потушить с помощью вот этой херни. И забрать пепел. Зола. Вернуться к нашей кулинарийной, так сказать, обстановочке. И... поперчить. Все, теперь готово. И как этот супчик назвали? Тарелка супа просто. Ах, какой хороший запах. Хороший мальчик, мой мальчик.
Зонтик не будем, да, брать? Дедушка лгала. Не было никакого монстра, раскрывающегося в лесу. Но, да, может, бог, теперь он и есть. Это как карас, который был на картине, да, изображен? На жука похожий. Ну, в принципе, да, я все к истерии объединил, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.